Добрый день, дорогие друзья и подписчики. И снова я в лесу. И очередной у нас ежегодный сбор иван-чая, чтобы всю зиму, осень и весну наслаждаться приятным напитком. Иван-чай уже зацвел. Но не так давно, где-то недельку назад. Местами еще только вот набирает цветочки. Там вон дальше вдалеке еще больше. Вон птички заливаются. Все красота вокруг. Все зелено. Благо дождя нет. А мы начинаем заготовку. На эту тему я видео уже снимал. Как заготавливаю я. Как собираю. Так что особо много не буду. Просто покажу, какая тут красивая природа. Как шикарно поют птички. Итак, свою партию для первого раза я собрал. Погода замечательная, не жарко. Комарики, правда, покусывают. Но это, как говорится, все прелести походной жизни. Или лесной, кому как нравится. А я выдвигаюсь к дому перерабатывать. Как я это делал, я уже показывал. Ссылочку оставлю в описании. А сам отправляюсь к дому. До встречи на канале «Лесные истории» от Николая. И увидимся в следующих видео.